Добрый день, уважаемые любители спорта! Вас приветствует YouTube-канал Спорт РБ. Я Денис Самусевич, директор бойцовского клуба «Демир» и директор этого шикарного спортивного магазина bigsport.by. Мы специализированы на таких видах спорта, как единоборство. Да, конечно же, у нас есть тут и тяжелая атлетика, и фитнес, и летние товары, но мы заточены на единоборство, потому что мы профессионалы в этом. Я тренер. Вот, у меня менеджеры по продажам, также спортсмены. Они вам плохого никогда в жизни не посоветуют, я вас уверяю. Особенно, если вы придете в наш магазин сюда именно, вы на месте сможете посмотреть, оценить качество товара, померить перчатки, померить макевары, одеть шлем, и вы останетесь 100% довольны, потому что вы на месте все решили. Потому что дистанционно, заказывая на других сайтах, я вас уверяю, вы можете попасть просто в неприятную ситуацию, когда перчатки бывают 10 унций написано, а они в реальности как шестерки. Такое бывает даже в жизни. Или наоборот, написано 14, а в руку они как и десятки не заходят. Приходите в наш спортивный магазин, мы вам профессионально все подскажем, расскажем и на месте все посмотрите. Сегодня давайте рассмотрим такую позицию спортивную, как макевара для единоборств. Эта макевара предназначена для работы в большей степени ногами. Она недорогая. Макевара эта хороша. Как вы видите, дизайн простой. Можно сказать, как кирпич. Вот. По поводу швов, все мега идеально. Что с внешней стороны, что внутренней стороны, вообще. Даже есть металлические заклепки, которые более прочнее держат рукоятку, что не во всех макеварах, вот у нас представлены, тут, наверное, штук 20, есть такое. Вот. Состав кожзаменитель хорошего профессионального качества. Я вас уверяю, хорошего качества. Вот, но крепление этой макевары внутреннее, хотелось бы, конечно, желать лучшего. Я прикреплю после этого видео в конце другой видеообзор, вы посмотрите, перейдите на другой видос. Там макевара тоже недорогая, ну, конечно, дороже, чем это, но по составу и по креплению внутреннему до удержания, там, конечно, гораздо все получше. Ну, цена, качество и так далее. Кстати, чтобы узнать, сколько это стоит лапа макевара, переходите внизу по ссылке, которая будет указана под этим видео. Вы узнаете конкретную стоимость этой макевары. Ну, там, честно говоря, смешная цена. Вот, по поводу крепления. Вот, как вы видите, здесь вот есть липучка, которая фиксирует руку, раз. Второе, еще есть дополнительная резинка. Зачем она нужна, я, честно говоря, не знаю, только рваться может быть. Вот. А никакой особой роли она не сыграет. И верхняя часть это крепеж, держалка. Вот. А сама подушка средней жесткости, средней. Она не жесткая и не мягкая. А кто должен тренироваться на этих макеварах? Ну, 100% это не профессионалы. Ну, профессионалы могут тренироваться, но они, возможно, что недолго выдержат нагрузку, эта макевара может полететь где-нибудь здесь. Ну, сами понимаете, как профессионалы лупасят. Это да, это разлетится на раз-два. Для детей, для подростков, для начального уровня спортсменов, которые планируют только начать тренироваться или в домашних условиях, это вообще идеально, супер. Цена, качество, вообще класс. Так что, если вы хотите приобрести макевару, приходите в наш спортивный магазин. Я вас уверяю, она вам понравится. Качество хорошее. Я о плохом советовать и показывать не буду. Так что ждем вас в нашем спортивном магазине bigsport.by. Кстати, вот эта макевара, которая будет в следующем видео прикреплена. Вот она. Вот, кайфовая, да, класс. Тут крепление получится. Приходите в наш спортивный магазин, вот, на месте все посмотрим. Если вы дистанционно живете в другом городе, почтой вышли, нет никаких проблем, имейте в виду наложенным платежом. Вот, и качество товара вы уже более-менее увидели и услышали то, что я вам сказал. А также ждем вас в нашем бойцовском клубе demir.by. Внизу под этим видео будет ссылочка. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь спортом, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на котором сейчас я нахожусь. Ну а также убедительная просьба, если кто-то из вас уже приобретал эту макевару,
Будьте добры, для наших зрителей оставьте внизу под этим видео в комментариях комментарий, что вы думаете о качестве этого товара, сколько она у вас прожила, просуществовала. Ну, мне она нравится, потому что мы, если рекомендуем, мы испытываем все на своих тренировочных процессах и своих спортивных залах. Она держится для детей и подростков идеально, реально идеально. До новых встреч, с вами был Денис Самусевич. Все ссылки находятся внизу, переходите туда по ссылочкам в магазин на карточку товара этого товара, ну а также в наш бойцовский клуб. До новых встреч, здоровья всем и побед, пока! Фитнес, тяжелая атлетика, единоборство, огромный ассортимент спортивных товаров. Зайди на сайт, не пожалеешь. bigsport.by